Поехали, шатаем здесь со стороны. Поехали, высекаем. Серьезно, ты по дому был? Нет. Концом. Духа. Да. Так, Регард, с Агрику в ВП и побегай. А, все, не дай Ледуху, главное, чтобы он не трогал. Там бегай просто от него. Блять, стан ебаный. О, резко. Поднял. Стой. Сейчас сам сразу комбо. Давай. 3 секунды. Байкон. Тега, помоги это по фейту, да. Ты да что не видишь? Да. 3 штуки нахуй. Снял же. Максим, Максим. ППшки ресненькие. Бригада. Не подойдешь. Блин, сука. Свитка не лезут. Без баф, толку-то от него. Юль полностью отстоял. Перезалетай и на тот на ту точку, которую я давал. Сало, регруппу то у логова Антареса. Через логово регруппаемся, блядь. Не пропускайте никого. Так, все регруппы. Ребят, быстрее добегаем. Готовы? 3, 2. Сейчас я... 1 залет. Они на ТП, разбегаемся сразу от них. Налево уходим. Налево, лево, лево, лево. Да, лево. Проюзайте. Лево, лево, лево. До конца, до конца, до конца, до конца. Сейчас
найду, кто Тараса. Нужно пойти убить дестров, кто бьет Антараса. Пошли так же по кругу пройдем. Дальше. К логову Антараса. Подвести Тараса к ним нужно. Подведите сейчас Тараса к ним. Подведите полностью. Ты где он, ебать? Найдите Антараса и подведите. Любым персонажем подведите к ним, чтобы он на них сагнул. Вот здесь правее. Порядок. Все, убиваем вот этих долбоебов, которые бьют Тараса. Фейт, ну, блядь, Васист, надо было вам по ДСГ сейчас. Просто Сега одного долго будет убивать. Все, и следующего. Дальше, QP. Снова там так же. Через точку в логово Антараса залетайте сейчас. Кто есть? Он справа. Антарас справа. Сейчас залетайте через точку и сразу в логово и налево уходите. Все к логову. Вернитесь все ко входу к логову, блядь. Через город? Да. Возвращаемся вместе с Антарасом. Все возвращаемся, ребят, к логову Антараса, ко входу. Ребаус. Все тут ходу там. Так. Фейт, тут ли духа? Тут визли. Вроде, да, давай. Да, они там ждут. Во входе. Давай по ТВД там перед входом. Дашь по ТВД и не заходи внутрь. Скажи, когда. Угу. Бежите. Ребят, регрупп в логове, блядь, возле логова Антараса. Ребят, возле входа к самому Антарасу. Сюда подбеги. Все, это все у нас люди или как? Там вот все, да? Фоес. Подходим ближе, все, Фоя бы. А пати УД давай? Пати УД нет, тогда не давай. Там сейчас будем залетать под Фоя Биша, блядь, и погнали. Налево заходим, сразу закручиваем. И 3, 2, 1, пошли. Все, поехали. Ну, кстати, но только на одного, так. Да, но не только на одного. Типа на пак. Заходим налево, стараемся. Так, они за нами? Да, разворачиваемся. Да, идут. Я на Тарас иду. Давай. Сефирот тоже. По ассисту. Убивайте. Есть. По новой залетаем, проходим в правую сторону, кто умер. Пару человек должны сбегать, блядь, убить под Антарасом кого-нибудь у них. Нам проще все время убить, они все время дерутся, мы все время бьем, правильно? Заходим, ребят, в пещеру. Снова залетаем. Бьем. Сука, я не заулетел.
Заходим, кто отдельно заходил, и направо сразу же. Убейте, кто под этими, да. Отлично. Опять регрупп, ребят, опять регрупп. Сейчас должен на них сагриться Антарес. Регрупп, залет, и пытаемся их как-нибудь, блядь, этот, промашить. Готовы, ребят, готовы? Две минуты. Все? Три? Угу. Поехали. Вот. Они там еще идут. Залетаем, залетаем, поехали. Давайте через справа, кто умер, залетаем. Сука. Пролетаем, пролетаем через логово Антар. Блядь, сам-то разбегает от меня, наверное, пиздец какой-то. Короче, я думаю, что надо просто заходить. Лево, лево, масухи, залейте, блядь, под АУЕ. Давай дальше. Идти следующую. Я понял, парень не захотел просто на разобраться. Пейт просто с двух ног в Тараса тогда заходи. Пусть урон будет. Вчера тоже. Да там и все фармилы убиваются. Масухой. Угу. Так, вот давай наших оббегаем. Ферот, ФРБ. Вон нас как бегает. Здесь? Да, у респа Тараса. Здесь.
Они не снесли даже. Я не знаю, одну вторую от хп его. Точнее, от нашего урона. Какую? Одну пятую даже не снесли. Но у них маги. Ну, у них и дестров, я не знаю, во много раз больше. Ну, мы 100 лямов снесли. Степ из двух от пяти. Заходим, заходим через этот. Мы умерли, заходим. Фейтан, ты старайся бежать к Кантаросу и Беги, 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 беги. Все, держу. Беги, просто беги. Беги, беги, держу тебя. Икона откатилась? Ух, поехали. Не, ну Бакса ты нормально сбрил. С двух течек, бля, или с течек? Не знаю, с двух, наверное. Попробуем делать эту группу пещеры и заходить потом будем сейчас. Фейтан, ваша задача будет попытаться убежать и, блядь, сделать там этот, нахуй, килл двух дестров, которые там фармят. И самим начать наносить ДПС. Давай сейчас, конно. Давай, все готовы, только... давайте. 3, 2, 1, и вправо уходим. Заходим и вправо. Давай, давай, икон. Наш... А, на уже должен быть. Я понял, понял, понял. Направо. Икону не давал еще? Нет. Давай, прям здесь. Угу. Дух не попал чуть-чуть. Они под станом Тараса стоят, убиваем. Зефирот. Под Тараса? Под Тараса иди, пожалуйста. Залетайте, кто умер за нами. Майор на входе стоит. Блин. По точке залетаем, кто мертв.
Налево. Давай фейт попробуем выйти. Слева. Оббегайте вокруг, Тарас. Дальше. Это нихуя два танка не дадут. Попробуй. Он, видишь, до упора на мне сидит. Да, да тут не хватает народу. Чё нет? Сниму с тебя все говно. Не хватило, да, оранжи. Заходим на левую сторону сразу. Там надо по-любому с фоя заходить. Да нет. Надо просто еще миллион раз зайти. Как раз не добоюм, а кто у нас там следующий? Кор. У меня икона готова. Подожди, пока не дам. Там эти окуни у на горе стоят. Угу. Наши все тут? Даю. Подожди. Да, давай.
Ноблеса. Заходим. А Нексвик сам по себе? Да хуй, понимаешь. Да, он все равно без говорилки. В ММО заедешь? Сейчас они в меня заедут. Ну, я понимаю. Я держу. Блять, эфир. Пизда, я залагал. Тарас, короче, прям на порте. Если ты умер, заходи слева, он, короче, сразу. Сейчас резну люди. А, они меня Васильцы теперь разберут. Под босса. Надо. Давайте собираемся на это. На входе. Секунду откат. Угу. Бросаем? Да, давай.
подходим. Сало. Это тоже. Да там заходишь на ТП, у тебя уже, блядь, пиздец строчка. Ну да. Перед входом собираемся. Пока стоим, да? Пока тут достаем.